Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вашему вниманию маску от морщин на основе льняного масла. Маски для лица с льняным маслом обладают мощным увлажняющим и омолаживающим эффектом, так как льняное масло содержит большое количество альфа-линолевой кислоты, которая является одной из форм омега-3 и прекрасно защищает кожу от потери влаги. Кроме того, льняное масло содержит витамин Е, а он является мощным антиоксидантом, борется со старением и обеспечивает эластичность кожи. Витамин А, входящий в состав льняного масла, стимулирует выработку эластина и коллагена, отвечающих за упругость кожи. Также масло полезно при расширенных порах, повышенной жирности и склонности кожи к воспалению. Для приготовления маски потребуется 1 чайная ложка льняного масла, 1 чайная ложка жидкого натурального меда и 1 яичный желток. Чтобы приготовить маску, смешиваем все ингредиенты. Масло. Желток и мед. Маска очень быстро, хорошо смешивается. Маска готова. Вот получилась такая однородная масса. Она готова к использованию. Наносить состав нужно на тщательно очищенную кожу лица на 20 минут. Можно также наносить на шею и на зону декольте. Смывать маску теплой водой. Такую маску рекомендуется выполнять 2 раза в неделю на протяжении 3 месяцев. Маска устраняет морщины, препятствует шелушению, увлажняет и подпитывает кожу. Не забывайте предварительно делать тест на аллергическую реакцию. Хочу обратить ваше внимание на то, что льняное масло очень быстро окисляется на воздухе. Примерно за 15-20 минут теряет свои полезные свойства. Поэтому приготовленные маски с льняным маслом должны быть использованы сразу же после их приготовления. Надеюсь, рецепт вам понравится. Попробуйте. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. А я желаю вам удачи. Будьте здоровы, красивы. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь с друзьями. Желаю вам всего только самого доброго. Пока.